снова видеть тебя, всадник. Величайшее творение. Величайшее впереди.
the cookies, horseman. When you proceed, there's no return. Это Авадон. Уриил повела против него воинов небес. Все, как ты и предсказал. Воины небес падут. Ангел смерти, послужи мне еще раз. Приняла меня за кого-то другого, того, кого любила. Думаю, и он любил ее. Когда-то давно, до всего этого. Глупец, выше всего он поставил долг и ради него погиб. Ты поступишь так же. Небеса охотятся за тобой. Ад ненавидит. Никому нет дела, будешь ты жить или умрешь. Присоединяйся ко мне. Война, я подниму тебя подобно смертоносному мечу, и враги падут перед нами. Твоими будут трофеи многих тысяч побед. Либо служи воле лживого совета и создателя, который отворачивается от наиболее верных ему. Я предлагаю тебе выбор. Будешь ли ты служить в раю или править адом? Я уже сделал выбор, которого трус избежал. Thank you.
научил меня кое-чему важному, Авадон. Иногда нужно забыть о долге, чтобы сделать, что должно. Не ради своего долга я убью тебя. Урил. Пожинает то, что посеял предатель. Война! Ты знал, что это билет в один конец? Это совет. Они знали, что ты никогда не выступишь в роли палача из-за своей драгоценной чести. Поэтому они низвергли тебя, зная, что ты убьешь всех виновных, лишь бы очистить свое имя. Нет! Подожди, девка! Я кое-что припасы для тебя. Это я заберу. Совету бы не понравилось, если бы ты с этим стал играть. Вдруг, сломав печать, ты не захотел бы возвращаться в свою маленькую конуру. Право, какое несчастье. Свобода уже была у тебя в руке, и ты упустил ее. Чего тут смешного? Даже ты не стал бы смеяться на своих похоронах. Я смеюсь на твоих... Next Sacramentum. Моя клятва исполнена. Небесная шлюха! Что ты натворила? Нет, нет, нет! Я вырву тебе кишки и протащу через твой нимб. Вставай! И я буду убивать тебя снова и снова. Я только выполнял приказ, как и ты. Что ты собираешься делать? Воевать с советом? Воевать со всеми? Тебе не уйти! Слышишь? Никогда! Помни, кто держит поводок. Я и не забывал. Ты знал! Ты знал, что здесь произойдет! Знал, что сделаю я! Поэтому ты пощадил меня! Нет. Тогда почему? Я не мог допустить, чтобы остаток чести небес умер вместе с его защитницей. Тогда мы в расчете. Долг может заставить меня обратить меч против тебя. Если этот день придет, я так и поступлю. На тебя будут охотиться. Град Света, наверняка, еще совет. И будут другие. Неужели ты будешь вести эту войну один? Нет. Не один.